и духа и твоему премудрость. Против именно стары, крепость моя и пение мое, Господь, явись мне, о спасение. От Господа дар передан всему человечеству и без исключения каждому из нас. Это Пресвятая Богородица. Удивительно, что многие люди, целые конфессии, изучавшие, читавшие, старавшиеся жить по Евангелию, это не чувствуют и не понимают. Это совершенно странное, удивительное явление. Но вот святое православие, как величайшую драгоценность, хранит исповедание и память о том, что все мы усыновлены и удочерены Пресвятой Богородицей при ее кресте. Спасибо. Давай сразу.